освободили демона. Куклу чревовещателя с комплексом Наполеона. Я открыл всего одну книгу и понял, что это было ошибкой. Книгу про Слаппи сбросил снежный человек. Все равно ты мне не нравишься, парень. Дверь заперта снаружи. Есть дверь на кухне. Туда! Почему там гном? Я не знаю. Может быть, они добрые? Недобрые. Ни разу не добрые! Не могу его отодрать! Определенно недобрые! Держитесь! Я спасу вас! Простите, пожалуйста, лицо не поцарапал. Я не хотел! Помогите! О нет! На помощь кто-нибудь! Да отвалите вы! Они все там? Развяжите меня! Хорошо. Сейчас, я себе по-другому все представлял. Заходи, будут девчонки, я тебе помогу. Нет, 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 нет! Надо уходить отсюда! Быстро, в подвал! Там замок! Я сломал его! Это проникновение сам сломан! Берегитесь капканов! Ну вот, зачем здесь капканы? Быстрее, давайте! Писали книжки про радугу и единорога. Потому что они не продаются по 400 миллионов экземпляров. Ого, это только в США? Нет, по всему миру. Но цифры впечатляют. Заткнись.